Зимники в Ивинки открываются раньше срока. Это острая необходимость северного района. Осенняя навигация в этом году фактически была сорвана. Топливо и продовольствие завезли недостаточно. До 10 декабря в администрации Ивинкийского района обещали открыть маршруты для автотранспортного сообщения Красноярск-Ванавара-Тура и Красноярск-Байкит. Проезд легким до Ванавары в этом году быть не обещает. Из-за Богучанской ГЭС водителям придется делать крюк через Усть-Илимск 700 километров. На более короткую дорогу нужно дополнительное финансирование.